Четверг, 6 августа, в Центре занятости населения Стерлитамака пройдет ярмарка вакансий. С 10 до 12 часов соискателям представят вакансии от предприятий города по рабочим специальностям. Мы стараемся охватить все категории граждан, помочь им в трудоустройстве, чтобы именно помочь определиться как с выбором своей профессии, так и найти по своей специальности какую-либо работу. Центр занятости населения проводит ярмарки вакансий каждый четверг. На следующей неделе работу предложат педагогам. По вопросам трудоустройства соискатели могут обратиться по телефону горячей линии 25 01 41.